Добрый день, все мои дорогие! Привет, девчонки! Сегодня у меня суббота, я немножко обленилась и немножко реже вам делаю видео. На днях я купила слоеное тесто, ходила в магазин, как и вы, я один раз в неделю отовариваюсь, и нашла на акции по евро 70. Почему я в евро превращаю? Потому что мои леи, 34 лея, 33 лея с копейками, это 1 евро 70 центов. И нашла килограммы слоеного теста, это уже дорого для нас. Но так как это тесто еще дороже, уже 45 лей, это получается 2,25 или 2,30, 2 евро 30, значит, я решила взять, и вы знаете, я не прогадала. Я встала, и у меня было отборное хорошее мясо, свинина. Я перекрутила через мясорубку, пожарила 3 вот такие большие луковицы, потом вот этот фарш из чистейшего мяса. И кинула на сковородку и прожарила фарш вместе с луком. Добавила паприку, добавила черный перец и соль. И все, девчата. И сделала вот такой вот этот фарш, протушила хорошо в сковородке. Потом взяла вот этот пласт. Я купила килограмм теста слоеного не квадратиками, а купила длинный пласт. Разделила его ровно пополам. Растянула его примерно как противень вот таких размеров 4-конфорочной плиты. И на каждый, вот это у меня 2 пласта. На каждый пласт с одной стороны и с другой стороны разложила вот этот фарш. Он такой вкусный, этот фарш с жареным лучком и специями, он очень вкусный. И когда в тесте, это вообще махина получается исключительно хорошо. Взяла и закрутила с одной стороны, закрутила с другой стороны, порезала пополам, намочила этот краешек, я раньше не знала. Когда вы хотите, чтобы ваш краешек заклеился хорошо, намочите водой этот краешек. Развернула краешка вниз, разложила на противень. И, девчата, получились у меня вот таких вот 4 вертуты. Или 4 ролика вот таких. И я взяла ножиком, так моя мама всегда делала. И порезала порционно. Вот почти до конца надрезы вот такие сделала. Девчата! И у меня получилось 24 штучки вот таких вот маин. Это такая вкусняшка. Я вам сейчас покажу. Это очень-очень вкусно. И я это готовила. Девчата, сколько пожарить 3 луковицы? И еще минут 10 потушить вот этот вот фарш. Добавили специи, раскатали вот это. Это полчаса работы. Но насколько это вкусно. И я уже сказала Насте, я слоенку, моя мама делала сама слоенку. Я ее не делаю, потому что они исключительно хорошо делают и продаются в магазинах. И если вот это все сложить, мясо до теста, у меня получилось 5 евро. Я потратила 5 евро на 24 штуки вот таких, вот такой вот маины. Вы знаете, больше кушаешь 2 штучки, это так калорийно, что ты больше этого не хочешь. И это пускай 3 штучки. И нам каждому по 6. Это 2 раза, это прекрасно покушать. Я думала, то ли сделать котлеты, то ли сделать вот так вот маину. И нашла тесто на акции и купила, девчата, и не пожалела. Хотите, удивляйте своих близких. 30 минут, 25-30 минут духовки, девчата. Сначала 5 минут при 240, потом 200 градусов даете, минут 25, и они готовы. Приятного всем кофе пите или чая пите. Девчата, у меня к вам есть один вопрос. Я так хочу вашего мнения. Оно мне очень нужно. Вот объясните мне, пожалуйста, вот у меня вот такой вопрос, ну прямо как в «Что, где, когда» передачи. Вот что для вас означает вот этот пальчик в Фейсбуке или где-то, вот этот пальчик вверх? Для меня вот этот пальчик вверх – это радость, это классно. Не зря говорят «класс», это значит «классно», это радость. И если человек выкладывает фотографию со свадьбой, с детьми, на отдыхе, и все друзья ставят класс,
Значит, люди разделяют радость этих людей, которые вот выложили эту фотографию. Это мое мнение. А когда скорбящая мать выкладывает фотографию своего ребенка, который умер недавно, и друзья, близкие родственники или близкие очень нам люди, подружки ее, я вот очень редко, но выкладываю в Facebook, я не бываю. Я не бываю нигде, ни в Одноклассниках, нигде. У меня есть везде своя страница. Я даже не открываю. Одноклассники, наверное, лет 8 я их не открывала. Facebook я их открываю иногда. Я там читаю новости. И раз в месяц, раз в два месяца я выкладываю Королишкину фотографию. И еще вот такие вот, когда она веселая, когда она счастливая, когда она не болеет, даже когда она болеет, но была в ремиссии, я выкладываю эту фотографию и скорблю. Я скорблю. Я только пишу вверху, что я очень скучаю по тебе, Королиша. И когда под эту фотографию люди, примерно половина из тех, которые вот хотят выразить мне какое-то свое вот поддержку какую-то, они ставят класс. Объясните мне, пожалуйста, разве этот класс тут уместен? Мне кажется, нет. Я оскорблю. Ребенка нету. Чему радоваться? Радоваться класс? Может, я не понимаю. Девчата, я, наверное, я не понимаю. Объясните. Может быть, у людей вот такое вот... люди думают, что классно она выглядит. Но так как ребенка нету, мне кажется, что по такие фотографии люди могут поставить только смайлика, который вот со слезинкой на щеке. Какой тут класс может быть? Чему радоваться? Что такая молодая женщина уже в земле, которая так долго боролась с раком, чему радоваться? Или мать выкладывает, когда ей очень плохо. Я выкладываю, когда вот я просто не могу, я не справляюсь. И когда я вижу, что близкие люди ставят класс, я плачу полночи. Я думаю, что люди не понимают. Люди должны себе дать отчет, наверное, где можно и что можно, чтобы не сделать, чтобы не обидеть еще больше. Должны очень хорошо подумать, прежде чем поставить вот эти смайлики, вот этот класс. Люди должны очень хорошо, наверное, подумать, уместен ли он тут или неуместен. Девчата, вот у меня такой вопрос, прямо нужду. Если вы скажете, что я не понимаю, тогда я поменяю свое мировоззрение. Но когда мне очень-очень больно, и я вижу вот этот класс, мне еще больнее становится. Мне еще больнее, девчата. Такая вот сегодня суббота, и... Почему я вот это вот и говорю сегодня, потому что я вчера опять выложила видео, и опять меня вот в каждый раз меня это тревожит, в каждый раз мне делает больнее и больнее. Не знаю. Горе все больше и больше. Я не хочу на вас наводить вот эту вот, я просто спрашиваю, пожалуйста, поделитесь со мной. Будем пить дальше кофе. Девчата, очень плохо, что... Очень плохо... что зима пришла, настроение хуже, мне даже не хочется из дома выходить. Вот вашего мнения тоже спрашиваю. Это нехорошо, я знаю, что это нехорошо, но мне даже не хочется выходить из дома. На этой неделе Сашка на больничном, я не хотела никуда выходить, я не хотела ни в магазин. Мы, конечно, ходили с ним в поликлинику в четверг вечером. И, но это, вы знаете, это для меня мне было очень тяжело даже вот собраться, одеться и пойти с ним в поликлинику. Но я боюсь, что вот эта депрессия меня съедает, и если я начну сидеть дома, никуда не выходить, это гораздо хуже. Это очень плохо, девчата. Надо быть среди людей. Но мне очень часто хочется плакать. Мне очень часто хочется вот просто быть одной. Не хочу, мне мешают разговоры лишние. Мне мешает шум какой-то. Но, наверное, это нехорошо. Вот как меня не обсуждали,
раньше, что ты путешествуешь, даже когда королишка болела, вот дочь у тебя болеет, а ты путешествуешь. А вы знаете, без этих путешествий это еще хуже. Это гораздо хуже. Когда человек хотя бы на неделю выходит из своей берлоги и куда-то уезжает и меняет вот свою обстановку, видит других людей, даже вот так, как я не очень разговорчивая, когда я куда-то уезжаю. Я люблю ходить одна, как псих-одиночка. Я хожу одна, я пью очень долго одна на берегу моря кофе свой. Но вот эти вот поездки, они дают какой-то заряд бороться дальше. Они дают заряд как-то немножко не упасть в эту депрессию. Когда человек постоянно вот с этого балкона, да, на первый этаж на кухню и обратно на второй этаж в берлогу, это вот наводит на грусть, это депрессия, и это хорошим не заканчивается. Не знаю, поеду ли я на Новый год куда. Я к детям не собираюсь, потому что не могу. У меня утренний рейс в 6 часов утра, мне надо и туда, и обратно в аэропорту сидеть всю ночь, пока я сейчас не еду. Поеду в феврале, девчата. Но я очень сильно чувствую, что мне опять надо куда-то уезжать. Хотя вот у меня сил уже вроде бы как меньше. Я очень сильно переутомляюсь. Но и так вот сидеть дома, это тоже не решение вопроса, девчата. Вас всех тоже призываю, вставайте, что-то делайте. Мне даже утром не хотелось, вот рано утром проснулась, мне не хотелось вставать, я знала, что буду делать вот эти вот маины. Но я так хотела еще поваляться в постели. А когда вот солнышко вышло в окно, сразу я стала совсем другим человеком. Я сразу прыгнула с постели, я помылась, я привела себя в порядок, я пошла на кухню, я начала вот это вот двигать там, что-то все делать, париться, жариться, вот это раскатывается, и у меня настроение поменялось. Если бы я бы лежала целый день там в той постели, и я бы плакала дальше. А так вот солнышко сегодня утром меня просто разбудило. Разбудило и сказала: добро пожаловать на твою кухню. Иди и что-то делай. Девчата, не загоняйте себя в депрессию. Если вы попадаете в депрессию, это время такое тяжелое, тогда и выходите из этого состояния вовремя. Просто встаньте, да что-то делайте. Заставьте себя встать, помыться, одеться, привести себя в порядок. Вот и девчата, я еще на этой неделе после поликлиники Настя шла мне навстречу, забрала Сашку, и я сходила к своему парикмахеру и подстриглась, девочки. Вот, опять я стриженная. И девчата, когда смотрю на себя в зеркало, когда я навожу себе марафет, и выхожу перед зеркалом, и если я сама себе нравлюсь, значит, у меня и настроение поднимается. Девчата, встаньте, что-то делайте. Я вас всех люблю, всех обожаю, как всегда, с вами ваша Марина. Тёмки-тёмки, встаньте, да делайте что-то. Жизнь продолжается, живите в полную грудь, радуйтесь. Даже если вам плохо, вовремя встаньте и поменяйте свое настроение. Заставьте себя улыбаться. Как всегда, с вами Марина. Тёмки-тёмки.